Нарезать тонко отварной язык. Свежемороженные овощи слегка отварить в подсоленной воде, слить воду. Огурцы, лук, оливки, каперсы нарезать мелко и прибавить к остывшим отварным овощам. Добавить французскую заправку, огуречный рассол и хорошо перемешать. Нарезанный язык разложить слоем, сверху выложить подготовленные овощи и отправить в холод на 3-4 часа. На блюдо выложить язык по кругу, яйца нарезать кружочками и положить на язык также по кругу. В центр выложить маринованные овощи, украсить половинками помидоров и веточками укропа и петрушки.